Хей, йоги, с вами Шумики, и мы продолжим проходить игру под названием The Enter the Gungeon. Ну чё, поехали. В принципе, мы в прошлой серии сыграли за преступницу, дошли почти что до самого финала. Но я считаю, пока что на данный момент это пилот, более такой эпический герой, да, ну пока что лучше. Но я все равно отдаю предпочтение этой охотнице. Узнайте, почему в этой серии. Объясняю, смотрите, здесь потому что у него отмычка есть. И отмычка, она, ну да, она может типа взломать. Это как одиночный ключ, и все, одноразовый. Ну плюс там еще минус понижение цен в магазине. У десантника прикол в том, что он может вызвать на помощь, так сказать, себе патрончики, да, если вдруг они пригодятся очень срочно. И он начинает с броней, что позволяет выжить в довольно опасных ситуациях. Ну, чтобы не потерять этот патрон мастера. Здесь ускоряется просто у нас получается скорострельность, да, там, или урон, когда мы получаем дэмэдж. Ну, обрез, ну, это такое. Ладно, давайте, охотница, полетели. В прошлой серии мы все равно закупились с вами предметами, да, которые нам нужны были в магазине. Я могу сюда зайти? Не могу. Окей, тогда полетели. А здесь у нас появилась статуя. Мы отомстили за нашего, так сказать, сэра как-то та-та-там. Так, интересно, в магазине новые товары появились? Потому что я играл последний вчера, раз вчера. А, да, новые пушки появились. Ну, давайте тогда собирать, так сказать, валюту, которую нам нужно. И посмотрим, что да как. Ой, я немножечко забыл время подрубить. Поэтому пока грузится, ладно, запущу. Вот, поехали. Так, зал. Смотрите, у нее есть такой пистолетик. Она перезаряжает его, классно. Но мне нравится это вот эта пуля. Она ваншотит, как вы видите. Чисто ваншот. Ванкил ваншот. Ну, он одновыстреливый. То есть... как, ну, вы понимаете, да? Уоу! Но я не хотел. Я думал, он покатится в другую сторону. А, видите, это не работает. Глупые книжки. Вау-вау-вау-вау-вау! Чё так сложно? Чё так сложно? Не, ну что-то я дамага все равно получаю. Блин, вот это что, просто перезарядка довольно-таки медленная. Единственное, что мне не нравится в этом персонаже, ну, именно на оружии этом. Два выстрела? В смысле? Я тогда ж ваншотнул его. Кого еще не убил? Я стол сломал, когда через него перепрыгнул. Окей. Изи. Ты думал, я тебя не убил? Не, не в этот раз. Не в этот раз, приятель. Думал, что я его не поймаю. Ха. Нет, ты пойдешь ко мне в библиотеку. Ну, как вы видите, у меня уже проблемы начинаются с патронами. Зловещий фантом... Так. Фонтан, наполненный кровью. Но ей осталось немного. Ну, можем... Давайте попробуем. Вот попробуем, потому что я еще столбы никогда не юзал. А жертвоприношение, калибр что-то там... Ну, как вы видите, я навсегда потерял. Там закрыто. Золотой сундук. Да, я еще могу. Так, духи, никогда обитавшие в этом храме, покинули его. Духи? Готово. Так, торговец.
Ага, стали техника денег. Может быть потом. Куда? Пойдем в секретку. Главное, чтобы хорошие сундуки были. Отлично. Так, сразу патроны. Вот, что это такое? Красная была только что. Да ладно. Я забираю жизненную силу врагов. Вау. Ну, походу, не у всех. И на... О, это ж музыкальный наш друг. Давайте проход здесь сокращение откроем. Можно, в принципе, этим пока что попользоваться. Но я не помню, он, кажется, не очень домашний, да? Так, босс. Ну, в принципе, три патрона, и он труп. Синий сундук. Так, у того у нас выходит обычный сундук и синий. Давайте, короче, синий использую. Так, хороший пробел. Дальше. ХП я не знаю, и здесь я не знаю. У меня придется два ключа тогда потратить. Тут я один трачу. Давайте сходим на босса, посмотрим, как выйдет. И там решим. О! Чайка Гатлинга. Давайте я вам покажу, как этот. Сколько дамажит лук именно птички. Ой. Ну... Такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, все, я уже патрон мастера не получу. Да. Минус под... А чё, у меня щит был точно, чё ж я его не заюзал? Эх, чёрт, ладно. Так, шифратор. А давайте, короче, я тогда залечу сюда. Сломаю просто сундук. Нас больше всего это за преступницу, да, вышло хорошо. А ну-ка, а теперь у меня... Даду то, что я хочу? Нет. Мы просто ж уже дали. Стойте, а деньги экономим, экономим. Мне на торговце нужно купить этот диск. Вот этот. Да, детка, я тебя куплю. Обязательно куплю. Сука.
Ну, это типа вампиризм, да, у меня подрублен. Жалко, что она на боссах не работает. Это сколько ты... О, знак, все, это знак, ребят, это знак, запрещенный знак. Немецкая сластика. А, вот она как работает. То есть они потом еще и преследуют. Да-да-да. Ладно. Чара. Сучка. Ты-ты-ты-туцка. Хорош. Приложение для ай-бомбы. Так, одно к другому. Попробуем. Пошел в жопу! Я не понимаю. Я, знаете, чего не врубаюсь? Почему у меня кнопки не работают выбрасывать оружие? Странно. Го, я попробую на вторые кнопки. F. G. Могу бросить предмет на O. И на P. Да. Нет, она не хочет выбрасывать. Странно. F. G. Странно, 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 все это дело странное. Не хочет она выбрасывать предметы. Я не понимаю, что я типа делаю. Типа, нажимаю, ну. И. Странно, что здесь врагов нету. Корсар, проложи курс. Я не помню, она ваншотит или нет. Нужно будет сейчас попробовать. Жизнь нет. Три выстрела. Ключ. Так, там, скорее всего, будет босс. Да, типа я высасываю жизненную силу из врагов. Так, сюда. Исходный капсуль, древняя магия. Капсуль.
Так, полетели сюда. Да нет, слушайте. Что-то я не врубаюсь немножко. Снова огромные эти коридоры. А, вот и босс. Так, я тогда эту, да, использую. О, новый враг. Патронаконда. Да ладно, босса тоже работает. Бля, рили. Не повезло. Окей. Не повезло мне немножко. Черт. Еще раз охотница. Ну черт, я не думал, что такое дерьмо выйдет. Мысли. Я аж того босса убивал. А почему у меня не остались деньги? Ребят, я что-то реально не понял. А почему мне ни денег не дали? Предмет, который я купил, мне тоже не дали. Окей. Допустим. А давайте я как, знаете, посмотрю. Я сейчас по-другому посмотрю. И... А, по врагам. А, да, все добавился. Я не знаю, почему мне тогда этот не засчитали. Предмет, который я купил. Хотя должны были. Странно. Нужно не забывать хилиться. Ой. Ой. Пойдемте сюда. Не, просто Рилли немного разочарована в этом. Как Рилли так можно было? Я думаю, может из-за проклятия, но хотя не. Должно было быть. Какой-то этаж очень маленький. Собака как-то не очень работает. Она ж типа предметы должна искать. Так, перезаряжаем раз. Это перезаряжено. Хорошо, идем наверх. Открываем. Ствол, ничего проще. Бля, это рыбками, хорошо. Мы можем огонь потушить, если где-то найдем. А, мне два ключа нужно будет все равно. Я вам секретную локацию покажу. Готово, магазин. Так, хорошо.
хп мне не нужно. Готово. Еще один сундук, который я, конечно же, не смогу открыть. Поэтому ломаем его. Еще немножко не туда. Снова ты. Чаечка. Главное, пропустить это дело нельзя. А не, можно. В смысле? Ну я ж кувыркнулся. Честно. Пиздец. Пиздец. Как так? Что это за бред? Это просто какой-то бред. Вот, я сейчас собираю деньги, да? Почему они мне не начисляются? Толстые пули. Толще, сильнее. О, ни хрена себе. Здесь они, да, большие. Ну, хотя бы жизни посбрасывал, они тут валяются. Этого радует. Так, больше нету? Нету. Окей. Ок, ок. Так уж и быть. Интересно, два выстрела, да? А тогда лучше арбалет юзать. О, вот этих будет ваншотить. А, он их оглушает. Окей. Ключ, хорошо. Как я сразу сломал стол? Хорошо. Так, мне нужно, получается, много патрон, да? Ну как? А как я его? Он не хочет. Он так не хочет. Да ладно, серьезно? Ты издеваешься. Просто издевается. Ох.
летчик. Этих почему-то больше нету. О, спасибо. Не, все-таки помогает. Выкопал предмет. Готово. Готово. Тоже сюда. Так, у меня два этих. На синий сундук. На синий сундук есть. Так, зеленый есть теперь сундук. Так, давай в бочку. Или оно вся орудие зарешает? Да, хорошо. Еще синий. У нас три сундука уже есть. И босс. Открываем два синих. Метатель коктейлей молотов. Меня он тоже коцает? Да, меня тоже коцает. Так, сюда. Так, прыгающие пули. Дзинь-дзинь, дзинь. О, ух ты ж, ё-моё. Так, а вот это мы с вами ломаем, получается. Окей. Итого у нас... Давайте... Коктейли молотом вначале, блин, пулять. А, ты ж ё. Гарпушка. Ружеведьма. Да ладно. О, ну чё такое? Ну чё ты начинаешь? Ну чё она начинает? А, как раз деньги. Пью. ХП, соты, как обычно, го. Хорошо. Полетели к фин. А го попробуем кое-что сделать. Подождите, если сюда нажму. Ой. Это типа криогенная камера? Я хочу посмотреть, что сейчас будет. Подождите, я просто еще кнопку не юзал никогда. Продолжить игру.
как работает. Тут никого. Ладно. Какой-то он жесткий, 3 выстрела, да, парню. 3 выстрела нужно паре. Если здесь такие, то значит здесь будет этот мужик, что пуляет с этим. Короче, вы поняли. Или нет? Или не поняли. Серьезно, блядь. В смысле вот их теперь эта пушка моя не матшотит? Вот я вот этого не понимаю. Как враги становятся сильнее, если везде все одинаково? А, рыб, они, он вообще, да, глушит их? Снайпер. Новый перс! Новый! Ну не перс именно, а член команды. Успел. Успел, не успел, успел. Золотые ключи раньше падали только с боссом. Воу, тихо, я понял тебя. Я теперь понял, как ты играешь. Угол откроем. Посмотрим, что здесь. Подходи. Выбьешь мишень, получишь приз. Меня зовут Винчес. Предлагаю сыграть в простецкую игру, требующую только мастерства. Хочешь узнать правила? Валя, излагай. В этой игре надо выбить мишени определенным количеством выстрелов. Прежде чем исчитывают каждая пуля, несколько раз скриншотит. А чем больше мишени выбьешь, тем лучше будет награда. Выбьешь мишень, получишь приз. Подожди, а если я сейчас в магазин схожу? Да давайте сыграем, все равно, мне кажется, я отлетаю сегодня. Заново аж. Так, чувство направления. Ну, карту, скорее всего, покажет нам. Могу, парень, я с тобой сыграю. На мастерстве, что ты мне дашь. Удачи. Может, и в другой раз. Деньги не возвращаются. Понятненько. Пупер-пупер-дупер. Все.
Я не думал, что там патроны такие. Ладно, давайте еще раз сыграем за нее. Да. И почему-то я не понимаю, почему мне не дают деньги, которые я выбиваю из боссов. Почему? А не, его дали. Почему мне тогда ни хера не дали? Почему они белые? Или они не были белые? Может, мне нужно не издыхать? О, тут что-то пристройка какая-то появилась. Кровать. Окей, полетели. Да, какие-то... Какой-то я неудачливый. Темпер 7. Повязка на глаз. Пошли. О, повязка на глаз. Последний раз идем с вами. Потом я читаю, кого мы убили, так и так. И заканчиваем серию. Храм. Так, острова Стрелка. Здесь надпись. Убей свое прошлое. Твое будущее уже проклято. Осталось, ладно. Уэк! Налетают на меня. Я понимаю, что мне нужно научиться хотя бы дойти до конца, хотя бы до финального босса. Отлетаю раньше времени постоянно. Ау. Он еще хб нашел мне. Так, запомни, там у нас две хпшки. Нужно, короче, добивать призрака после выстрела пистолетом, чтобы не тратить один заряд. Можно попытаться пойти на секретного босса. Потом будет жопа на самом деле, поэтому я хз. А, найс. Хорошая длина. Хорошая длина удара, парень. Так, босс. Сразу на газ пойдем. Это, типа летучая мышь зависла? Опа. Стала техника прицела. Переворот умножений. Давай попробуем. Врубился, ладно. Экономим деньги. Подожди, а водяная здесь, да, комната у нас? В смысле? Вау. Вау. Дробовик Дзила. Так, ну короче. Прикольно, слушайте. Еще за сердцами нужно занять будет. Не буду тратить сейчас.
Дробовик я ставлю на босса. Так, здесь у нас закрытый, да, закрытый. Я не знаю. Давайте, в принципе, я схожу на босса, посмотрю, что мне дадут. Ищу гатлинга. Найс. Я думал, он начнет меня эти пулять шары, ну, ракеты. А он мне начал этими пулять. Да, тупо, конечно, я просрал хпшку. Автомат, пистолет, короче, УЗИшка. Или пойти сходить за патронами, подожди. Ключик купить, ладно, потом ключ куплю. Вот, хлам. Каким он будет в следующий раз? Вот он сейчас живой, видите? Что он дает? Может, если я последующие сундуки буду ломать, мне что-то буду давать? Оу! Боевой штандарт открыт. Приветствую. Что я могу для тебя сделать? Ты кто? Я просто странствующий будильщик. Застрял тут на обратном пути. Вот я и думаю, хоть лифты починю, чтобы убить время. Починишь? Они вроде работают. Сейчас лифты опускаются только на один этаж за раз. Но с нужным оборудованием я могу наладить их так, чтобы они смогли перемещать через несколько этажей. Ого! Мне говорили, тут есть сквозные пути. Паломничество. Как заставить их работать? Пока не знаю, но это будет непросто. Кто бы ни построил это место, он был просто псих. Сейчас я на время вернусь в брешь. Так что поговорим со мной, когда представится возможность. Окей. Увидимся в бреше. Удачи. А, может, это он и будет ремонтировать вот это вот сейчас дело? Ух ты, ништяк. Подожди. Готово. Вам, пока эти есть, буду этими пулять. Так, плюс ключ, отлично. Вот, видите, все, я их не ваншочу. Я их не ваншочу. Какого черта? Какого черта? Что за дерьмо? Где деньги? Мне деньги не дают. Короче, я понял, нужно. Ладно, долгая перезарядка. Хорошо. Наверх.
А, он не падает. А не падает. Я думал, они не падают. Слизни эти. Спасибо, песик. Ух ты. Окей. Отлично. Добро. Так, синий. Здесь у нас синий. Ой-ой-ой, тихо-тихо, не гори. Готово. Так, мне вообще почему-то не дают патронов. Так, это жрачие пушки. Ладно, так, пробежим. Ага, а у меня уже патрон почти нету на этом. Буду с дробовика походу стрелять. Походу буду с дробовика стрелять. Ладно, у меня в принципе эти есть. Да, перезарядка полжизни. Варина. Плюс хп. Так, еще один сундук. Так, синий, зеленый. У меня два патрона. Ну, два ключа. А, найс. Подожди, подожди, я тебя понял, приятель. Давай быстрей. Да ёлки-палки, ты надоел. Манать. Чё так жестко? Жопа. Это что за место? Этот храм пропитан темной энергией. Остаться, уйти. Хорошо. Пиздец. Хорошо. Босс. Где магазин? Так, у меня три ключа, да?
Давай сюда. Сошка, это вам нужно. Дальше. Куда? Банан. Банан. Лечебный. Ладно, разберемся. Давай я все-таки туда схожу и посмотрю, что оно хотя бы сделает мне. Если отнимет хп, я там знаю, где можно хп взять. Может, это наподобие арены. Никто не отрицает. Го, попробуем. Вау, тут шипы, ё-моё. Окей. Пуля-пуля. Ага. Погнали сюда. Ну, слушайте, банан, в принципе, нормальная тема. Так, еще здесь у меня хпшка есть. Наверху. Ну что, поехали на босса. Чем бы нет. А, сты, ё-моё. Еще видец, поехали. О, да ладно, это хорошая пуля. Хорошо, отлично. Это вообще хорошо сейчас мне стало. Железная монета получена. Так, патрон мастера. Еще что-то получил. Электрошипные патроны. О, так это, слушайте. Они на всех работают в патронах. Так это идеально. А знаете, как в Айзеке... Кажется, механика Людовика, или как так называется, когда типа слезами стреляешь, они электрошокеры, вот так, типа, между слезами такая, ток проходит. Но это по сути то же самое. В принципе, то же самое. Сучка. Чит мне в не вынес. Вы призраки. Так, хп и боеприпасы. Другой, тогда УЗИшкой попользуюсь сейчас. Вау.
что-то новенькое. Что-то новенькое. А, блин, я того не освободил. Так, и этого мне, да, сейчас не освободить. Собака. Ладненько. Что тут у нас? А, у меня пули не достают. Так сказали бы сразу. Сказали бы сразу. Так, 110. Может, торговца найду. Хорошо. Когда я получил дэмэдж? Когда я успел получить дэмэдж? Твоя бомба. Это что? Противогаз? Это что? Око... Око какое-то. Какое-то око. Груз со сердцем. Пойдем сейчас вниз. Жалко, что в таких предметах ничего не валяется. Ну, именно по деньгам. Так, еще ключ. Ага, это фулл заряд, хорошо. А, у меня горючего нету, ничего. Сорян. Это масло, чтоб поджечь. Подожди, банан не очень такой эффективный. Пью-пью-пью. Давайте тогда лучше дробовик. Ладно, так пройду. Дерезли. Тут еще один сундук. Синий, зеленый. Так, синий и зеленый сундук у нас, да, валяется. Окей. Так, босс, хорошо, поехали. Сюда. Пузырёнок бластер. О, слушайте, а это хороший предмет. Я его на боссе попытаюсь заюзать.
Защитный комплект, техника безопасности. Скорее всего, против ядов. Защита. Что, поехали, попробуем. А, здорово, приятель. А, бля, нужно было в магазин заскочить. Я понял. Не-не-не, УЗИ, УЗИ. Нахер надо. Так, у меня еще одна пустышка есть. Он уже труп. Я говорю, ты труп! Ой, манать. Золотой ключ от камеры. Лазерный лотос, 5-й уровень. Красивая пушка. Так. Так. Ого, юный плут освободил нас за заключение. Как неожиданно и восхитительно. Ловко заработанный юный стрелок. Определенно мы с вами еще повстречаемся. Идем, служитель. Я песика глашу. Хе-хе. А раньше, кажется, нельзя, да, было? Так, вернись в свою службу, юный стрелок, а наш путь лежит в брешь. Брешь. Так, окей, у нас... Нет, голос только магазин. Потому что нафиг оно надо. И может еще это купить? 49... 63. Придет. Как понять назад к тебе? Я вот это не понимаю немножко. Так, у меня есть, если что, еще пробел. Вот это начинается хороший забег, типа за охотницу. Мы повстречали 3 новых юнитов. Полость. Блин, жалко, что здесь именно разнообразия нету, именно локаций. Чего? Окей. Я потратил хп. Подожди, ты... А, я стираю паутину, когда по ней иду? В чем запрос, в чем прикол? Все, потаили сразу, парниши. О, это же зомби. Ой, стой, я забываю про них.
Зомби, зомби, зомби. Опасно, 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 опасно. Подожди, она водой? Нет. Что за корона? О! Мы бьемся об залог, что плут вроде вас никогда не сможет очистить следующее помещение. Если вы сможете, мы вознаградим вас за услуги. Взамен мы откажем принять у вас 22 в качестве вашей ставки. Определим верх и ставка ваша. Хорошо. Чудесно, я отметил вас. Че, поехали. Одна хп, одна пустышка. Найс. Так, задача выполнена. Возвращайтесь к королю стрелков. Ого, победил. Так, победитель вернулся, и победитель ждут трофеи. Служитель, подготовьте награду, достойную вашему, и верните ему 22. Да-да, вот для кой. Что для тебя и твои... Гамма-луч. Ого, прикольно. Не-не-не, стой. Где мой цветочек? Значит, лучше вот это, да, юзать? Против боссов. Это лучше юзать против боссов. Запомню. Ага, хорош. Так, не забывай, что здесь электрошок еще херячит. А, так наши пули электрошокят. Электрошокят. Шкят, шкят. Ну, если что, потом вызову этот. Или я просто так пополню. Ладно, гоу тогда пулемет юзать. Угу. Эхо пули. Так, вниз открой ворота. Есть что? Приятель, я не знаю, как тебе кидать. Ну на. Как мне тебе? Так, а как мне тебе их выкинуть? Я могу тебе отдать вот эту пушку. F. Они выкидывают. Ах, ты ж ё-моё, управление. Значение клавиш. Он не хочет выкидывать, понимаете? Вот в чем проблема, он не хочет выкидывать. Так, пистолет меню. Не хочет, я не знаю. Как мне ему сбросить вещи? Ну не бросаются вещи. Чел. Убей мне мозг, пожалуйста. Ни херо, на самом деле, наверное, пушку дали. Босс, хорошо.
Еще магазин не нашел. Хорошо, магазин как раз. Так, звездочка, но скорее всего бессмертие. 45 хп. Ну, в принципе. О, магазин этот откроем. Ну, не магазин. Горящее свинцо и шанс поджечь. Хорошо. Может, в таких зеленых падают. А, не, оружие тоже падает. Штурмовая винтовка, ядро, пустырь, быстрый огонь. Узнать бы еще какой там урон у нее. Ну что, в принципе, поехали, я думаю. Попытаемся хотя бы. Я не знаю, как скинуть вещи челику. Я могу отдать, мне не жалко. Фигня в том, что я не знаю как. Понимаете? Или нет? Как мне тебя сбросить? Где он вообще хотя бы? Хер бы, короче, знает, ладно. Одна пустышка. Босс стена. Ясно. Босс стена. Поехали. Охуеть. Я, короче, загуглю в следующей серии, как выбрасывать вещи. Чтоб наверняка знать, потому что я хочу ему кинуть вещи, он мне за это деньги будет давать. А я не могу, у меня оружие вообще не выбрасывается почему-то. А почему, я не знаю. Давайте следующее сыграем за этого пилота. Блин, не знаю, ладно, ну за пилота. Сейчас... О, там холодильник появился. Бля. Ты что на меня нападаешь, слышь? Я решил вернуться в дело. Прости, если я доставил хлопот. Наверное, я должен тебя поблагодарить за то, что жаловался на домене. Но я не буду... Возмездие? Как же оно радует. До встречи. Ой, стой, это аж этот... Так, сюда. Эх ты... О, здоров. У меня перерыв. Катись, катись. Что-то не на раз. О, опять ты, хорошо. Похоже, некоторые лифты связаны с этим помещением, так что устроили здесь. А вообще, чтобы их починить, мне надо поработать на каждом этаже. Встретимся в шахте лифта в зале 2. Мир. Это как раз, куда я, походу, прыгал постоянно. Юный стрелок, за этой стеной плоти обитает душа, считающая себя вашим должником. Мы должны и начнем следовать оружию заново. Найдите нас, что быть может у нас найдутся общие интересы. Теперь позвольте нам отдохнуть. Хорошо, давайте закупим, что там у нас новенького. Мочка с сердцем. Катушка рейдс. Так, кровавый глаз. Пряности. Все. Так, теперь гу по этому. Ну, в принципе, ребят, можете уже видео закрывать. Тут уже ничего такого не будет. Оружие. Так, пузырчатый бластер. Раз. В синем море. В мысленной мельне. Пене. Так, стреляет пузырями. На удивление эффективен в определенной ситуации. Кто же... Так. К тому же может служить веселой игрушкой для детей. Пузырьки. Пульсная пушка, время смерти, стреляет импульсными негокренскими. Это было. Дробовик Дила. Четверное веселье. Дробовик с четырьмя стволами, из которых можно стрелять одновременно. Завод Дила известен тем, что изготовление на заказ оружия для высоко
одаренных стрелков. Этот дробовик создан с одной лишь целью – получить максимум разрушительной силы. Было-было. Автоматический пистолет. Быстрый огонь. Автоматический пистолет – маленькое, но мощное оружие. Автоматическое оружие. Излюбленный пистолет оружевших мертвецов в Бандане. Чинит терпение при перезарядке общеизвестно. Как это было-было. Снайперская винтовка, низкий темп стрельбы. Это был... Корсар, положи курс. Обход ком... Так. Обходит комнату по периметру и взрывается. Много лет назад оружевским... Так. Моряки использовали ветер вместо пороховых газов для приведения в движение своих пуль. Так. Переход через комнату длится так долго, что пули иногда поднимают бунт и полностью меняют курс. Штурмовая винтовка ядро пустоты. Быстрый огонь. До того, как ядро пустоты было распущено человеческой гегемонией, его обитатели сплавили на весь сектор свои подвигами как на поле боя, так и в него. Не в него. После распуска одной знаменитой капитана ядра пустоты, известный под именем Гром, переехал в оружие. Лазерный поток. 5 уровень. Так, пронзающее оружие в орден и стенка пушки извернули каждый при получении по того уровня. Да нет. Это было-было. Ствол. Нет ничего проще. Даже упоминание оружия в оружии может привести к необычным последствиям. Это древний язык, который обрел физическую форму в результате простого повторения. Прим. Слово второй язык оружия. Возможно, незначительные неточности. Шифратор. Пуля или пушка? Так, шифратор стреляет пулями-яйцами, которые вот-вот проклюнутся. При попадании они выпускают целый рой новорожденных пулек. Пулек, ищущий свой первый обед. Так, метатель коктейля Молотовов. Именно то, что вы подумали. Так, метает коктейли Молотова. Метатель коктейля Молотова основан на принципе... Бутылок с зажигательной смесью и избавляется от боли в руке. Банан. Лечебный. Бананы похожи на пистолеты и содержат много калия. Отличная закуска и... или оружие для оружельца. А где Роза? Пушка Розы. Это она? Лазерная лота, да, с этого. Да, ну. Дальше, здесь что? Заметьте, что у меня все эти патроны. Так, это редкий артефакт, мощный артефакт. А каждый, кто попадал в оружие, обречен остаться здесь навеки и проживать бесчисленные жизни в попытке разорвать круг. Патрон мастера. Третий зал. А, типа зал короля. Зал слизней, походу, шахтерский. И загробный мир, да? Так, это необычный артефакт, означает мастерство третьего зала. Немного возвращающийся со смертельно опасной дороги, ведущие к кузнице. Еще меньше тех, кто пережил опасный поход по неисследованной территории. Патрон мастер. Так, это удивительный артефакт. Памятник легендарному герою, приветствующий всех, кто бросает вызов оружию. Хотя именно их затерялись в веках. Исходный капсюль. Вот, почему я его купил, но он не появился. Древняя магия, пассивная. Компонент патрона. Капсюль одного из первых оружевших мертвецов, ступившихся на землю оружелия. Он еще дрожит от потоков энергии, высвободившихся при ударе пули. Может быть, мне нужно выжить? Бутылка, сосуд сердца. А внутри можно хранить сердца, боеприпасы для других подбираемых предметов, используется один раз, чтобы что-то подобрать, второй раз, чтобы достать. Ясно. Вот это я вообще не понял. Приложение для аймбомбы. Одно к другому. Так, приводит к детонации взрывчатых предметов в текущей комнате. А, теперь дети имеют подрывать взрывчатку прямо с телефона. А в старые времена в оружии для этого требовалось хоть какие-то стрелковые навыки. Ясно. Невые патроны были. Лазерный прицел, царь точка, повышает меткость. Лазерный прицел, отличная работа в оружии, где так мало кто заботится о скрытности перемещения.
Благоклонность судьбы. Походу я, знаете, забыл вот это прочесть, когда вот в прошлый раз играли. Используется для удачи. Вражеские пули пролетают мимо. Экспериментальное устройство, которое пользуется некоторые чрезвычайные везучие оружейцы. В итоге жизнь оно ей не спасло, но хотя бы продлило. Электрошоковые патроны. Некрозитовые. Так. Связывает пули цепью молнии. Именно оружие Алистера по кличке Гром. Известно, что Гром сказал во время своего второго спуска в оружие. Молния два раза в одно место не бьет. Он не ошибся. Так, пули. Пули шедевры. Исследования подтверждения или... Так, экспертам доказали, что эти пули на один балл точнее, чем обычные. Дзинь-дзинь-дзинь. Прыгающие пули. Все пули, получившие рикошет. Так, умелый стрелок может делать рикошеты, стреляя из некоторых видов оружия. А это, так, особый боеприпас позволяет... Я потерял. Та-та, это способ позволяет проделывать это с любым оружием. Так, это было. Толстые пули. Толще, сильнее. Делит пули больше и эффективнее. Эффективные пули, направленные, связаны с ее размером, исключать не бывают. Хорошо. Пули с дистанционным управлением. Невидимая рука. Всеми выпущенными снарядами можно управлять. Минимальные, так, моторчики, которые можно управлять, измеряют их траекторию. Так, это было хорошо. Бюллетень. Вотум доверия. Это, так, бюллетень является доказательством участия в демократическом процессе. Социальная реклама. Голосовать – это круто, что бы там ни говорили. Сошка. Это вам нужно, пассивное. Хоть как-то облегчает прицеливание. Всем иногда нужно поддерживать благодаря этой сошке. Каждая выпущенная пуля очень постарается попасть в цель, даже если оружие нацелится не туда. А, то есть я целюсь другой, они типа самонаводные, да, становятся? Прикольно. Око переката. Назад к тебе. А, это, кажется, было. Переката сквозь пули отражает их в сторону их владельца. Невзирая на свои многочисленные ошибки, сир Мануэль, один из лучших перекатеров, какие когда-либо появлялись в оружии, это око почти полностью состоит из уклонения редкости, так, редкого минерала, который старо регенерирует от присутствия пули. Так, соты это было. Эти соты очень привязаны к хозяину и выпускают пчел как защита своего повреждения поля. Карта это была. Белый камень Гуана. Воодушевляет пустышки. Ускоряет регенерацию пустышек. В смысле? Белый камень Гуань дает носителю одну дополнительную пустышку на каждом этаже. Ясно. Толкнет это прицела. Переворот умножения. А, что замедляет, да? Это древний метод. Да, походу. Бутылка сердца. Ага, жидкая жизнь. Это удобно так переносить устройство, добывая один контейнер с сердцем. Открывает сорочку, чтобы было эффективно. Противогаз. Дышите глубже. Предохраняет от урона ядом. Да, это он. Полезный, хотя и страшноватый на вид. Предмет экипировки. Универсальный размеров. Защитный комплект. Техника безопасности. Иммунитет к огню, яду и электричеству. Ты. Вот это нужно будет искать. Ничего не может пробить эту штуковину, кроме как, ни странно, пули. Добавился, неужели? Хлам. В следующий раз используйте клавишу пассивность. Просто хлам. Ясно. Наконец-то ты добавился. А где питомец, который бегает за мной? Или нужно несколько раз их подобрать, чтобы, типа, было активно? Враги. Было. Ключ-патрончик. За ним. Ключ-патрончик — это вредный шалун, смешивший злоумеренно на игровые причуды. Они провоцируют и привлекают оружельца своими блестящими гильзами и пулями в виде ключа. Если на них не обращать внимания, они начинают скучать и скрываются за завесой. Так, и безжизненные тела подходят к серебряным замкам, разбросанным по всему оружелью. Ага. Так, это было. Было, вот этого не было. Расход. Пустая палата. Расходы. Оружившие мертвецы, лишившие души, восстановлены без души внутри. Они уже не в состоянии пользоваться оружием, но вполне способны одолеть одинокого оружельца. Так. Перетищик. Тазик. В бешенстве.
Не вопрос. Резчики пытаются так поколотить жертву, но прямой урон не наносит не способен. То есть они вообще безобидны. Они рвутся в драку, но для боевого... Так, разворачивающиеся в оружие подготовлены слабо. Короче, он толкается, но не убивает, да? Так, было. Высший оружейник. Высшая магия знает на один вид магии больше, чем их аспрати, красная раса. Тогда было. Пожилой... Бардооруженец. Патрон Барта. Бардооруженец способен внушить чувство величия даже самым ничтожным оружившим мертвецам. Ружемант. Власть склепа. Ружемант — это темные ружейцы, изготовленные с верхней этажей оружели. Он так поедает от поединка, не уклоняется на оруживших мертвеца, которые они призывают. Сражаться без... А, так это было. Было. Катапушка. Лучше нападение. Катапушка и механическая стража созданы каким-то находчивым искателем приключения многие годы тому назад. Акуля пуля. Без инцидентов. Оставляет за собой пулевой след. А что это было. Смертейд. Жуткий тактический действие. Смертейды существует в том же измерении, реально превращаясь в который необходимо физическом оружии отсутствие. Ненавидят. Видит солнечный свет и обитает в самых темных глубинах оружия. Так это было. Вот. Блокнер. Предатель. Это крыса, которую никогда звали сир Блокнер. Предала своего товарища и в одиночку искала славы в оружии. Он. Так он известен своим пристрастием к щитам и демонстрирующим презрение к перекатам. Дискуссию завершает раз и навсегда. Завершает раз и навсегда после того, как он пал от руки одного из учеников сира Эммануэля. Так, здесь, походу, еще будет какой-то... Здесь будет полубосс. Вот это походу, короче, боссы. Ну, типа, мини-боссы. Это полноценные боссы. Горпушка. Воинственное оружие ведьма. Медуза Горпушка. Последнее, что видел многие начинающие оружельцы. В ее присутствии спусковой механизм временно превращает в камень, а ее вопли способен призывать пули из-за завесы. Хорошо. Проницатель мины. Мрачный колокол. Это невообразимый ужас из бездны, который страшатся даже сильнейшие из оружевших мертвецов. Великий смертетит способен брать под контроль чужое оружие, обращая его против владельца. Лишь стрелок с железной волей способен противостоять злой воле. Блокнер. Было. Это крыса, которая так-та-та. Да, это все было. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами, да? Поэтому всем спасибо за просмотр. Ах, да, закончим на этом. Поэтому всем спасибо и всем пока.